Всем привет, меня зовут Сергей. Сегодня я хочу поделиться с вами информацией о том, каким образом можно загрузить фотографии в свой альбом ВКонтакте, либо в альбом группы, не с компьютера, а по ссылке в интернете. Обычно, когда нажимаем кнопку «Добавить фотографии», в альбоме появляется окошко, где нужно выбирать фотографии. Я же случайным образом открыл такой способ. Значит, выбираем картинку в интернете, правой кнопкой по ней. Копировать адрес изображения. В Opera это так, в других браузерах может быть по-другому. Например, копировать URL изображения. Скопировал, вернулся в альбом. И здесь в имени файла внизу вставляю ссылку. Нажимаю «Открыть». Фотография загружается. Теперь она в альбоме. Вот так. Спасибо за внимание. До свидания.